У меня обсираются гости, почему я не в силах понять? Вроде я их встречаю без злости, никого не гнушаюсь обнять. Не могу я кормить ни от пуза, экономить стыжусь на вине, но не в этом причина конфуза, почему-то так думалось мне. В пище нет никакого секрета, я отличнейшей пищей кормлю. Неприятность случается это, большей частью и не во хмелю. Тот по шару ударить собрался, тот хотел рассказать облом. В результате же тот обосрался у бильярда, а тот за столом. Думал я за уборкою кала, и разгадку нащупал ей-ей. Я ведь сам обсирался бывало, увидав гениальных людей. Получается, я гениален, я в такое пространство вступил, где вершил злодеяние Сталин, где Есенин скандалил и пил. Барбаросса готовился к войнам, целовал проституток Латрек. Да, не просто остаться спокойным, если рядом такой человек. В голове его мудрость играет, ну а мысли такой глубины, что простой человек обмирает и расслабленно валит в штаны.